Для приготовления намазки на хлеб с консервы нужно взять консерву, у нас сардина, разомять вилкой. Сварить 3 яйца. От момента закипания 10 минут варится яйца. Хорошо разминаем сардину. Мелко нарезаем репчатый лук. Добавляем в консерву. Консерва может быть любая в масле. Перемешиваем и ждем, пока яйца сварятся. Яйца нарезаем мелко, кубиками, и добавляем в эту массу. 1/3 стакана риса заливаем 1 стаканом воды и варим 15 минут. Добавляем мелко нарезанные яйца в массу, консерва и лук. И хорошо перемешиваем. Можно добавить зелень. У нас зелень замороженная. Немножко подтает и добавим. Хорошо перемешали, пробуем. Если нужно, добавляем соль. Консерва подсоленная. Перчим. Немножко перчим. Немножко солим. Перемешиваем. И намазка на хлеб готова. Ложим укроп, перемешиваем. Немного майонеза. Очень быстро, вкусно. Такие бутерброды можно поставить на праздничный стол. А если положить сюда риса немного, мы получим салат. Перемешать. Добавили риса. Немного еще майонеза добавить. Посолить, поперчить, попробовать. Перемешать хорошо. И получим быстрый такой салатик с рыбной консервы с добавлением риса, яиц, зелени, лука. Можно добавить сюда свежий огурчик, зеленый горошек. Это очень быстро, вкусно. Салатик быстрый с консервной рыбной готов. С вами был канал «Просто и полезно». Подписывайтесь на канал, готовьте с нами вместе. Мы готовим с простых, доступных продуктов. Быстро, просто. До новых встреч. Пока.